Озеленение столицы республики продолжается почти каждый день в рамках акции «Зеленые километры». На территории духовного центра имени пророка Исы приходят добровольцы, чтобы посадить дерево на месте будущего парка. В этот раз ими стали воспитанники образовательного учреждения «Ватан». Абдулла Алиев с подробностями. Вот так бодро, несмотря на холод, юные ученики школы «Ватан» вносят свой вклад в экологию республики. Работа не даст никому замерзнуть. Около 300 детей вместе с учителями и родителями решили поддержать акцию «Зеленые километры». Что дети участвуют в этой акции, у них формируется и любовь к родине, и любовь к окружающей среде, к экологии. Дети, которые участвуют, сажают растения, они соприкасаются с землей, а значит, они никогда не будут разрушителями или потребителями, они будут творцами и созидателями. Поддержать ребят в их благом деле на место будущего парка прибыл руководитель департамента образования и науки муфтията Мурат Шафиев. По его мнению, подобные акции приучают детей ценить природу и бережно к ней относиться. Отрадно, что в этой акции принимают участие как школьники, родители, преподавательский состав и администрация школы. И на наш взгляд, данная акция, она очень важна, поскольку подрастающему поколению важно прививать такие ценности. И такие примеры, они будут полезными в будущем в жизни. Отметим, что воспитанники образовательного учреждения «Ватан» – первые из учеников школ, отозвавшиеся на участие в акции. Несмотря на свой юный возраст, дети серьезно подошли к делу и, ни на что не отвлекаясь, довели работу до конца. Мы, ученики школы «Ватан», сегодня пришли сюда принять участие в акции по посадке деревьев «Зеленые километры» и хотим объявить эстафету, то есть передать ее другим образовательным учреждениям нашего родимого Дагестана, любимого Дагестана. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.